Лена! Имбирный корень по колено! Ненавижу всю эту кухонную утварь! Все эти соковыжималки! Почему у нас такой бардак на кухне? Игорь, что ты с утра орешь? Господи, а что ты делаешь? Лена, как можно что-то найти на этой кухне? Было легко. Легко? Ты считаешь это легко, Лена? Это целый квест! У нас гречка в банке с надписью «Мука». Мука в банке с надписью «Рис». А знаешь, что в банке с надписью «Гречка»? Шурупы. И это ты считаешь все легко и просто? Так стоп! А что ты вообще на кухне искал? Надо мне. Где лежат вот эти вот формочки для бисквита? Должны быть там. Хрен там! Знаешь, что в этом ящике? Пакет. Еще один пакет. Еще один пакет. Ого! Еще один пакет! Пакет с каким-то содержимым. А что в пакете у нас, знаешь? Пакеты! Это пакет-пакет. Это что такое вот это? Что? Это кухонный комбайн. У нас тут прям как на полях Украины. Люди вручную работают, а комбайн стоит. А знаешь почему? Да потому что никто не знает, как им пользоваться до сих пор. Тряпки всякие валяются здесь непонятно. Это грелка для чайника. Вот одевай ее почаще на чайник. Застудила уже.